Я хочу ноги порвать. Ну, засунь.
Да, 2-0. Она будет так поражена. Что? Да, будет так поражена. Андрей всегда такой, какой-то, ну, такой, короче, смеется, а сейчас он такой сидит. Вот, и значит, он мафия. Значит, когда я выиграл в мирных жителей, я походу сидел. Когда играю за мафию... Андрюх, отойдите немного. Сань. Что, собрание было? Что там было? Ну, типа, это работа. То есть про разбор игры где-то комнату уже, но... Мне кажется, ну, то есть плейфом, это тоже нереально, знаешь. У нас 9 тренировок заканчивается. Ну, это понятно. Ребят вести в офис. Поскольку мы в 11 стоим, там родители скажут, что ребенок в час ночи домой тренировок приезжает. Не знаю, как это будет делать. А так, про все эти типа, индивидуальные предприниматели? Про это вообще ничего не говорю. А, только тренировки. А ты спросил, что тебе сказать? Он говорит, давай на следующей неделе отходить, у меня только доллары. Ты доллары не дал? А, нет. Я хочу спать. Ну, видно, последний. Ага. А где ты будешь, что ты? Ты тоже есть, да? Это не устраивался, наверное. Да? Так, мне вообще никто ничего не говорит. Ну вот ты типа должен тебе после игры там говоришь, ты делаешь нарезку, да, и вот типа там экран, он не делает, там вот как разбираешь. Как это будет, ну, как мы начали, говорят, вам так надо делать, вот если не искать, будет вот такой. В выходной день они тоже, знаешь, на разбор игры не поедут. Да. Бери 99 на разбор игры. Да нет. Девать надо, что ли, да? Да. Вот что в этой игре разбирать? Что игра делать? И что? Не знаю, нет. Хотя опять что? Давно не видел. И что, как планируется неделя, типа такой день будем? Сейчас вот мы чуть-чуть к тренировке его сыграем. Я говорю, мне дают пацану. 98 год. Все сломают. Они, короче... А, ЛФК? Да, он же им пообещал, что тренировки будет вечером. Но сейчас они не могут, хотя только шаги ходят утром. Вот, и они тренируются, я им сказал, ну с 1 февраля вроде это обещали. Раз февраль наступил, они опять ко мне идут. А что в итоге? Ну вот, я ему сказал, он говорит, типа, вот дал задание на Клочкову, стоит. А, время, поле как он? Время, а, там, да. Времени нет, знаешь, там все же занято. Там. Он говорит, а если с 9 до полудня, я говорю, ну ищи так, значит делай. Ну да, нормально.
Ну кто-то, знаешь, эти мартыны, кирилл, так они не делали. А Влад зачем в Испанию что-то поехал? Лен сказал, что типа Влад, ну, Жак, в Испанию что-то брать. А в Коломну что, не заходил? Коломну уже. Или там взяли код защиты? Там тренировки кто-то. Заявочник не было. А что, Орнут рубил? Орнут, короче, его сегодня ждали, там он заболел. Да. И все, чехо? Не, ну мы будем разговаривать, что там на следующую игру. Ты надеешься, что камера? Как бы, ну, вроде всего, судьи прислали. Вся труба звонится, что он там как-то проверит. Ну, а у них на эти три места до хрена народу, что ли? Да, на просмотр, короче. Но я так понял, что пока все сказано, что берут моих футболистов. Ну да, а кто твои? Трубит Норнант и еще один человек. Которого я вот насчет Влас договорил, потом Влас отскочил, и вместо него и другого. Так, кого они там назаявляли еще три места? Там, по-моему, на сезон 35 человек, видно уже это. Отвыявляли, там, знаешь, кого-то брали. Вот, да, я на последний месяц кого-то еще не взяли. Усиливаются. Все, ладно, надо ехать. Я с 9 утра, ты что-то уже, да, зависит. 3 года. Давай, Серж. Короче, на следующей неделе, да? И вроде. Там уже надо еще 2 зарплаты взять, давай. Январь и февраль. Андрюх, отойдите немного. Чего? Отойдите немного. Тебе без перчаток не холодно? Я сегодня будешь побыть, да? Да. Первый момент.
10 минут. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Здравствуйте. Здорово. Честно. Иди, иди, иди! 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 Иди, и
А там что строят за зданием? Вот это? Да. Так это ледовый дворец. А, его просто реконсервировали. Да. А так он работает, да? Да. Я вот внутри-то не был сейчас, хоккей не знаю. Хоккей там играли? Да. Да. Классно, да? Ну, обычно. А. Сейчас бы борща съесть или рассолить. А тут ничего нету? А букет-то есть ли? Я думаю, вряд ли. Только аппарат вроде. Ну, аппарат-то я вижу. Да, дела. С Равелем дома, говорит? Ой, да. Ну, может быть, не с Кремазом. Не с Ренаси. Я думал, с Несарем. Нет. Мальчишка живой у нас, да? Кто? В воротах. Очень хороший. А он лежа, лежал и цеплять начал. Спорный мяч или штрафной? Не, штрафной.
Все, 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 все